Пойдемте, я покажу вам академию нашей деревни. Победа! Как и думал, они потрясающе владеют мечом. Ага. Ну, что скажете? Просто невероятно! Хочешь поучаствовать в поединке? Что, а можно? Кагура. Да. Пойдешь с ним в паре. Но ведь... Что ж, в таком случае... Как-нибудь справлюсь. Но я готов. Начали! Короче, была не была. А ты силен, Кагура. Что такое, Кагура? А, да ничего такого. Я не заслуживаю быть Мизукаги. После полудня мы отдохнем на пляже, так что идемте в сторону парка. Дядь, отдайте-ка мне такояки. Возьми. Держи. Что это? Или нет? Послушай. Буду. Ух ты, вкусно. Вот видишь? Я очень рад. Честно говоря, я не был уверен, понравится ли вам местная еда. Еще несколько лет назад здесь тоже ничего не было. Серьезно? Да. Когда господин Чоджиро стал Мизукаги, он сделал это место процветающим. Мы никогда не должны возвращаться ко времени, когда эта деревня была кровавого тумана. Совершенно иначе, нежели сейчас. Мы были вынуждены убивать друг друга на выпускном экзамене. Это было при четвертом Мизукаге. Говорят, что не было и дня без кровопролития. Все позади.